Святой ныне и помилуй. Аминь. Христе, свети истины, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир, да замену нас свет лица Твоего, да мне музем свет неприступный. И исправи стопы наших деланию заповеди Твоих, молитвами причистой Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Избранный воеводе победительное, яко избавшися от злых, благодарственное воспрессуем тирами Твоей Богородице, моя поимущая державу непобедимую, от всяких нас без свободи до завенки. Радуйся, невеста, не небесная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвен причистой Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, всяко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова на слова пророка Варуха. Он явился на земле и обращался между людьми. Прежде чем появились ангелы и прочие небесные силы, существовал Бог, безначальный, от века вседовольный, потому что это есть свойственно божественного. Он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа. Он не нуждался в их служении, и не был бы их творцом, если бы не был благ. После сотворения их, Он творит и человека, опять по той же причине и весь этот мир, и наполнив его тысячами благ, Он поставил незначительного и ничтожного распорядителем стольких дел, явив его на земле тем, чем сам Он является на небе. Он отдал его распоряжение, как дворец отдают царю, лучшее всего, что было на земле. Это рай. И не только этим почтил он его, но ему одному из всех даровал слово, удостоил знания о себе, дал возможность наслаждаться, насколько он мог вместить, беседой с собой. Обещал даровать бессмертие. Что же случилось после столько и таких благ? Дьяволу он поверил больше, чем даровавшему ему все это, и, презрев заповедь, давшего ее, предпочел ей обман его всячески хотел, кто всячески хотел его погубить. Итак, уничтожил ли его Бог, что согласно было с правдой, после того, как он от начала, можно сказать, с первого шага, показал такую неблагодарность? Нисколько. Он заботится о павшем больше, чем прежде. Вслед за тем, когда род человеческий стал развращаться так, что была опасность, что он исчезнет с лица земли, те, кто оскорблял его, пользовались, однако, таким попечением, что Господь оправдывал себя пред рабом, разговаривал с ним, как с другом, одинаковой честью, и указывал, по какой причине совершится гибель. Потом он даровал закон и помощь посылал пророков, чтобы они указывали, что нужно делать. Напоследок он послал сына своего единородного, рожденного от жены, ставшего под законом, чтобы искупить находящихся под законом, чтобы мы приняли сыноположение. Поэтому пророк, удивляясь великому попечению его о вселенной, восклицает громким голосом во всеуслышание, говоря: «Он явился на земле и обращался между людьми». Варуха, 3 глава, 38 стих. Храни всех, Господь.